Шли гуляли по Филадельфии, нашли такой красивый домик. Такой в центре находится. С небоскребы. Да, наверх, наверх. Сегодня день независимости, все гуляют, парковка бесплатная. Что не может не радовать. Красивый домик. Утопает в зелени. Раз таких стареньких домиков, и, кстати, они еще не так плохо выглядят, как-то за ними следят, реконструируют, такой современный. Кстати, пришли в мороженое место. Гласит вывеска, жизнь коротка, сначала скушать десерт. Вот мы и заказали. Так он выглядит. Это замороженный, как сказать, вишневый йогурт с джемом, по-моему, виноград и малина. Вот такой вот размерчик. Выглядит классно и вкусно, мы уже попробовали немножко. Красивое, симпатичное здание. На фоне города. хотела быстренько заснять, показать. Все нормально, мы ходим, гуляем. Все хорошо. Появилось у меня желание и вдохновение сделать такой вот красивый торт. Значит, рецепт был взят с канала YuLianka1981. Ссылочка будет внизу в описании. Значит, нижний слой это бисквит выпеченный. Потом верхний слой я сделала с творогом и вареными сливками. Можно сказать, такая панакота вместе с чизкейком, что-то такое наподобие. Это все заливалось, выпекалось в этой форме. Потом наверх заливались жидкие сливки. Это вишенка замороженная внутри. В принципе, можно добавить все, что захотите. Делался он на протяжении вчерашнего вечера. И вот простоял всю ночь просто в холодильнике, не в морозилке. Вот я сняла верхнюю форму разъемную. Могу попробовать все украсить тертым шоколадом. И хочу переложить просто в белую красивую тарелку. Захотелось мне сделать вот такой вот большой папай на обед или на ужин, посмотрим. Значит, я использовала две заготовки из теста из коробки. В принципе, можно сделать самой, это все легко делает. Внутри здесь морковка, горошек, кукуруза. Потом обязательно смесь такая жидкая, как бульончик для папайя внутри, и индюшиное мясо и картофель. Все это будет запекаться в духовке при температуре 450 градусов. Попробуем, будет это минут 20-25. Так вот выглядит мой пирог-торт. Мини-чизкейк такой, ну как мини-большой. Я его переложила на тарелку, присыпала немножко натертым шоколадом и замороженной, как это называется, peanut butter. Это у нас, как сказать, это паста из орехов. Я решила наверх ничего не добавлять, потому что внутри достаточно большое количество вишни замороженной. Она, конечно, уже разморозилась за сутки. И когда я его разрежу, я обязательно сниму несколько кадров о том, как он выглядит внутри. Но форму он свою держит. Сейчас опять поставлю... следы, кстати, от формы остались. Сейчас поставлю его опять в холодильник, и он будет ждать своего часа до вечера. Очень быстрый, простой рецепт. Опять-таки же, повторюсь, взяла с канала YuLianka1981, и я не жалею. Я немножко его видоизменила, не добавляли сметану внутрь. У меня сметаны, к сожалению, дома не оказалось. Быстренько сварила сливки и смешала по рецепту вместе с обычным творогом. Творог здесь водянистый и соленый немножко. Если хотите обычный творог, как привыкли у нас в странах СНГ, нужно идти ехать в русский магазин. Вот такой вот пирог, не судите строго, ну, я так его вижу. Решили мы попробовать наш тортик, пирог, вот такой вот он в разрезе с вишенками, и вот он как выглядит кусочек, вишенки уже не заморожены, будем пробовать, надеюсь, это съедобно, выглядит неплохо, надеюсь, это будет хорошее начало в выпечке, я бы хотела с вами поделиться, угостить вас как раз к чаю, было бы прекрасно, так что отправляю вам эти прекрасные положительные эмоции, надеюсь, это вас вдохновит сделать что-то подобное дома у себя на кухне.